дошел, да? Это не бывает. Покрутится и... Ох ты! А, небольшой. Ага, у тебя? Вот это красиво было. Я поджидал тебя-то, он его пробой бурнулся. А на первом ключе-то. О, хороший. Грамм 5, но... Показалось, где-то больше. Ну вот. Что это, килограмма 3? Да, небольшой. Килограмма 3, может. О! Вот такой, уснул. Что у тебя тут? Ерша? Нет, у меня тут сырожка была. Прихватывал вчера-то хорошо? Нет, когда заглушил, сразу на... Прокрути здесь. Не рабочую, блядь. А я и не глушил, она пусть работает, а потом погазуешь, погоняешь и погоняешь, вроде вода вылетит, а все равно там звездочки, да все, в подшипники попадет, там уже держала-то. Внутри. Как ты без веревки, я вчера у тебя долбил. Что-то боялся, чтобы не утопить твой ломик, бляха. А то потом придется тебе отдавать ковать. Не каркай, а то утопишь. Меня окружило, Чечня утопил, блядь. Ради Игорь, у тебя приспособление на коленники. Он, да. Все, он ты продвинутый. Как? Это на коленники, знаешь, он взял. Он современный. Как удить начал, на коленники взял. Я говорю, нихера ты, чел продвинутый. Экипировка у тебя. Осталось фуфайку только сменить. Фуфайка на хороший него, костюм. У него рыбацкая фуфайка. Он из бывших. Да. Так ему надо еще тогда камеру экшен. А, ну тогда да. А, ну у тебя болтик и вообще грузик-то ее поирать. Тем более тогда бы он там был, где у тебя. Себя. Самое хорошо вот подшипники-то все у вас. Вешать никакие ничего. На гаранте горят. Камни спускал до сюда, туда не блядь. Ты сюда ложишь, да? Да. Камешки, блядь. Я-то что у тебя? Че? Соседние рыбалки без ленты еще. С летней? Да, с летней там валяются. И лето, ты крыто-то полотешь, не полотешь, тогда тебе пусто. Тебе-то и не надо тогда. А, так еще мы тоже вот. Большой вылежал. Так я говорю, лежал, так вырос.